Привет, ребята! Всем привет! Наш довольный сын выспался, поел, и сейчас мы отправляемся смотреть на дельфинов! Да? Привет, ребят! Да, уже первая половина дня, просто уже обеденное время. Утром мы проснулись, позавтракали, вернулись и опять легли спать. Вот, а сейчас уже нам нужно выходить. Ваня сейчас подготавливает все флешки, всю аппаратуру, которая нам понадобится, чтобы красиво все заснять, если мы увидим дельфинов. Потому что не факт, что мы их увидим, но прогулочку на пароходике точно будет. Это кораблик, это не пароходик. Ну, кораблик. Прям кораблик? Ну, пароходик, он от пара работает. Ну, когда ты видела? Сын, вы смотрите, что сделал. Перевернулся и смотрит на меня. Кайфушник такой. Он такой милый. Не называешь? Почему? Называешь? Называю. Ты такой милый, когда только проснешься. Он такой хорошенький, когда проснется. Так, все. Мы готовы? Нужно выдвигаться, иначе мы опять везде опоздаем. Опять везде если опоздаем. Если мы сейчас опоздаем, это будет просто... Это будет судьба. Как? Так, я слышки все удаляю. Ты все скинул? Ну, кроме фото. Фотки я не удаляю. А видео все скинул? Ну, старые нет. Старые ты должен был скинуть. Я новые скинул. Мы уже пришли, купили билетики, вот, и у нас есть полчасика, так что мы сейчас погуляем, сходим в супермаркет. Да, да, что у нас ничего не включено. Ну, я так и поняла, поэтому мы идем в супермаркет, возьмем водичку, да, и все, и там, может, снеки, потому что 2,5 часа будем там находиться. Ну, плюс обед у нас получится, как бы, на кораблике. Да, мы сейчас пойдем в супермаркет и возьмем все, что нам нужно. Сынок, ты что там? Он перехотел лежать. Он всю дорогу лежал в колясочке, молодец. Сейчас уже все, не хочет. Возьмешь его, Зай? Да. Давай. Ты пойдем на ручки? Так обязательно в кепочке. Какая у тебя крутая кепка. Сейчас, сыночек, папа тебя возьмет. Сейчас. Вот так. Давай. Кепа защитная. Все. Готов. Кстати, подкладываю пеленочку, потому что вот этот материал, в общем, Ванечка очень сильно потеет, голова, тело, неприятное. Поэтому я подкладываю вот эту вот пеленочку, и он лучше в ней сидит, в коляске. Так, ладно, все. Едем в супермаркет. Мои любимые уже пошли, сейчас я их догоню. Скажи, мама, держи, а то уйду в пляс. Короче, тут такая зона прикольная. И мы ждем наш кораблик, и он должен подплыть буквально через 10 минут, 10-15 минут. Ой, как жарко. Вот приближается наш кораблик. Да, немножко качает. Людей, кстати, не так много, не полный кораблик, хотя вот этот полный. А вот тот полупустой. А тот полупустой. Но у них разные руты. Ну, то есть они по разным местам плавают. Вот эти вот специально к дельфинам. Ой, какая красота. Где мы сядем, Зай? Наверху или внизу возле окошка? Как думаешь? Даже не знаю. Наверное, внизу надо. Я думаю, внизу с малышом лучше внизу сесть. Все, ребят, мы отплываем. Так, кайфово. Ой, какой-то ветерочек. Нам уже очень повезло с погодой сегодня. Да, сегодня облачно. Прекрасно именно для прогулки на кораблике. Единственное, волны сегодня такие есть.
небольшие. Надеюсь, нас с тобой не укачает. Я думаю, нет. А то у нас с тобой уже такой был. Помнишь, мы с тобой, где мы? В Бенедорме плавали на таком же, смотрели на остров плавали. Там тоже были большие волны, помнишь? И нас не стошнило. Да. Поэтому посмотрим. А, красота. Сынок, ты прям не отрываешься. Он любит на воду смотреть, особенно океан, его очень успокаивает. Да? Is it possible you sleep with someone else between your sheets? And is she laying on my side? If you look in those eyes, baby, do they make you lose gravity? Like you would hold on for so long looking at me. Look in those eyes, baby, are you forgetting our history? Or does the voice inside your mind recall that way? We were kids that didn't know. И Катя. Все дети были в восторге, и Катя. Поехали. Поехали. Ребята, мы уже приплыли в номер. Чё, Чутик, есть будем? Ты проголодался? Я надеюсь. Хотя по твоему поведению не скажешь. Опа! Здрасте! Сейчас пришли в номер, немножко передохнем, покормим Ванечку, сами немножко перекусим, потому что на борту нифига мы не поели, мы даже не пили. Потому что как только отводили взгляд и фокусировались, допустим, даже если на Ваньку долго-долго смотрели, то все поднималось вот сюда, вот тут. И меня немножечко подташнивало, поэтому я постоянно старалась смотреть на воду. Сейчас немного перекусим, да? Переоденемся и пойдем в бассейн. В океане так хорошо, так прохладненько, так приятно. Там и ветерочек, и воздух там совершенно другой. Когда мы приплыли на берег, вот тут такая жара, такая парилка. Ветра вообще нет, такой контраст. Кто схватился за мамины шорты? Кто маму раздевает? Сына! Мой малыш, сейчас я буду тебя кормить.
Да. А я буду тебя. Я сначала его покормлю, а потом сама перекушу. Мы купили, кстати, мы не показывали, что мы купили. Мы купили арбузик, купили вот такой вот сэндвич с крабовыми палочками, гаспачо, супчик холодный, Ваня убирает в холодильник, алоэвера. Кстати, когда мы вышли, я одну бутылку целиком выпила. И Ваня взял себе еще вот такие вот напитки, чипсы. И вилки нам пришлось купить, потому что в этой коробке не было вилок. Они нам в любом случае сейчас понадобятся. Так что сейчас главного мальца покормим, а потом сами перекусим немножко. Все, 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 малыш, да. Да, мой мальчик. Я есть хочу. Корми меня, мать. То шорты твои съем. Ванюша тут лежит, играет. Мы обедаем, у меня гаспачо, Ваня вон сэндвичи кушает, и Ваня скачал фильм «Отпетые мошенницы». Господи. Слушай, здесь такой хороший интернет, что скачался фильм за 10 минут. Круто. Ну и влоги быстро загружаются тоже. И здесь классно, то, что интернет, не нужно никакого пароля, ничего. И он работает на террасе, то есть и на улице, там где за ним балконов, бассейнов, везде, то есть. Да, в ресторане, везде-везде работает. Потому что мы вот сколько отдыхаем, интернет – это большая проблема в отелях. Прямо гигантская. Здесь мы видели в парке небольшом, там прям такой столб, и на этом столбе был установлен роутер. Ладно, включай. Как хорошо, скажи. Сынок, хорошо? Хорошо? Да? Я мамия. Ой, люди почали на Эрику, я посмотри. Как брызгается. Поплыли, сын, поплыли. Поплыли. Мы только что искупались в бассейне. Вы посмотрите, какое мы место заняли, кайфовое. Между пальмами, видите, вон два лежака. С видом на океан, такие пальмы. А, вообще, класс. Картинка просто невероятная. Так что сейчас тут будем... Ой! Сейчас будем здесь отдыхать. И океан.